В дежурную часть кубинского отдела полиции обратилась жительница Московской области с заявлением об угоне принадлежащей ей иномарки от дома в деревне Чуприково. Материальный ущерб составил более 700 тысяч рублей. Сотрудниками ОГИБДД по Одинцовскому округу был задержан 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводятся следственные действия.